попутный ветер мирным переговорам. Штайнмайер о конфликте в Сирии. Немец руководил Усуга-кланом. В Колумбии арестован наркобарон. Лечение под стук копыт. Лошадь подрабатывает врачом. Полосатое пополнение. В перуанском зоопарке родились бенгальские тигрята. Сегодня начнется саммит ЕС-Турция, от которого Европа фактически ждет разрешения миграционного кризиса. Это первый реальный шанс решить проблему беженцев, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге накануне саммита. В Брюсселе сегодня страны Евросоюза попробуют договориться с Турцией о реадмиссии беженцев, прибывших в ЕС по Средиземному морю. Напомним, Евросоюз уже закрыл балканский маршрут, по которому мигранты попадали в Старый Свет. Но в Греции после этого ситуация значительно ухудшилась. Лидеры Евросоюза уже встречались с правительством Турции, пытаясь договориться о реадмиссии беженцев из Европы. Турция потребовала взамен финансовую помощь, безвизовый режим и четкие перспективы членства в ЕС. Однако канцлер сразу отрезала: о визах речи не идет. В первую очередь Турция должна принять всех беженцев, причем с большим правом пребывания, чем обычные граждане третьих стран. И сделать это надо сейчас. Но взамен они хотят добиться безвизового режима в течение ближайших 3 месяцев. По мнению Турции, они нам нужны настолько, что мы пойдем на такие уступки. Но я считаю, все надо рассматривать в контексте. Пока очевидно, что условия, необходимые для либерализации визового режима, не изменятся. В то же время канцлер настаивает, что если Турция возьмет на себя поток беженцев, то Евросоюз обязан предоставить финансовую помощь. Удастся ли сторонам договориться, станет известно уже сегодня. Частичный вывод российских войск из Сирии обладает потенциалом добавить попутного ветра мирным переговорам в Женеве, заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Это сигнализирует Асаду о том, что в долгосрочной перспективе он и его режим не могут полагаться исключительно на военное превосходство российских войск, подчеркнул министр. Глава МИД выразил надежду на то, что в Дамаске поняли, что сейчас им представился лучший и, вероятно, последний шанс начать переговорный процесс о передаче политической власти мирным путем. Немецкий политик также отметил, что за последние 5 лет международное сообщество не было так близко к достижению мира в Сирии, как сейчас. «Я впервые вижу свидетельство тому, что стороны конфликта устали от войны. Верно, однако, и то, что перемирие пока держится на волоске», — сказал Штайнмайер. В Колумбии задержали гражданина Германии, руководившего наркоперевозками. Предполагается, что он был членом Усуга-клана, одной из самых влиятельных колумбийских наркогруппировок. Неймир Ресванович, по кличке Русский, был арестован в своем доме в городе Картаго. 35-летний Ресванович из Берлина был арестован вместе с еще 11 колумбийцами, которые обвиняются в работе на ту же преступную организацию. Ресванович находится в розыске в Германии. Его обвиняют в краже и вымогательстве. В Колумбии он задержан за незаконный оборот наркотиков. «Мы арестовали 12 человек во время этой операции, 11 из которых являются колумбийцами, и одного немца, их лидера, руководившего наркоторговлей». Ресванович покупал кокаин в лабораториях на юго-западе Колумбии и транспортировал его на побережье при помощи наркокурьеров. Как сообщается, мужчина был ответственным за получение наркотиков от посредников, которые переходили границу пешком через джунгли. Посыльным удавалось провести от 15 до 20 килограммов наркотиков в каждой поездке. Облаву на наркоторговцев начали готовить 3 месяца назад. Гражданин Германии координировал отгрузку наркотиков из Западной Колумбии и с помощью Усуга-клана их переправлял в Панаму и Центральную Америку. Полиция сообщила, что им удалось задержать партию из 1125 килограммов наркотических средств на сумму $197 000. Впервые за 12 лет Deutsche Bahn несет убытки. По итогам прошлого года потери немецкой железной дороги составили почти 1,5 миллиарда евро. Убытки оператора обусловлены жесткой конкуренцией со стороны автобусных компаний дальнего следования, а также последствиями масштабных забастовок железнодорожников в начале года. По предварительным данным, прямой ущерб от забастовок составляет 250 миллионов евро. Число перевезенных по итогам года пассажиров значительно сократилось. Также на итогах года сказались высокие затраты на реструктуризацию железной дороги. В планах на этот год заработать 41,5 миллиардов евро и поднять планку после прошлогодних убытков. Deutsche Bahn надеется инвестировать 55 миллиардов в модернизацию своей инфраструктуры до 2020 года.
Французская антитеррористическая полиция арестовала группу исламистов. Предполагается, что один из них участвовал в планировании теракта в Париже, рассказывает министр внутренних дел Франции Бернар Казнев. У нас есть информация о том, что этот человек думал о совершении нападения в Париже. Он мог поддерживать связь с людьми из Сирии и членами Исламского государства. Его и еще трех человек арестовали, и сейчас мы проводим проверки. Ранее телеканал ТФАН сообщил об аресте трех мужчин и одной женщины в северном пригороде Сен-Сен-Дени. Полиция изъяла у них неиспользованные патроны для винтовки и компьютерное оборудование. Следствие проверяет, в частности, 28-летнего француза, который в 2014-м был арестован при попытке выезда в Сирию и освобожден осенью прошлого года. Полиция также задержала его подругу и двух французов турецкого происхождения. У здания Конгресса в Сан-Паулу собрались тысячи протестующих. Они вышли на улицы после того, как президент Дилма Русеф назначила главой администрации своего предшественника Луиса Игнасио Лулу да Силву. Он управлял страной с 2003 по 2011 год. Критики считают, что такой шаг – попытка защитить Лулу да Силву от уголовного преследования. На прошлой неделе его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. На новом посту Лулу да Силва получит неприкосновенность. Санкционировать судебное преследование в отношении членов правительство может лишь Верховный суд. Протестующие требовали ареста Лулу да Силвы и отставки Дилмы Русеф. Ее оппозиция обвиняет в коррупции и экономическом кризисе. Русеф объясняет назначение Лулу да Силвы его опытом и успехами в борьбе с инфляцией. Однако критики говорят, что при помощи влияния экс-президента на членов Конгресса Русеф надеется избежать импичмента. Лайки, шеры и селфи. Франциск хочет завести аккаунт в Инстаграме. Понтифик начнет вести страничку уже 19 марта. Об этом сообщил официальный представитель Святого Престола Дарио Вигано. Ранее Папа Римский провел закрытую встречу с основателем соцсети Квином Систромом. Систром подарил понтифику фотокнигу, в которой собраны наиболее впечатляющие снимки, опубликованные в Инстаграме. В ходе встречи понтифик назвал интернет «божьим даром» и площадкой для построения здорового общества. У Ватикана уже есть официальная страница в Инстаграме, на которую подписаны около 80 тысяч пользователей. Сам Папа Римский в 2012 году завел аккаунт в Твиттере. Сейчас страницу понтифика читают почти 9 миллионов пользователей. Они вернулись. Гамбургские лебеди после зимовки вернулись на Альстер. Эти лебеди являются одной из основных достопримечательностей Гамбурга. Немцы считают их священными птицами и охраняют уже 4 века подряд. В теплое время года сотня птиц обитает на озере посреди города, а в ноябре их переводят на зимовку в Мельничий пруд в районе Эппендорф. Там они обитают вплоть до весеннего потепления. Под особую защиту альстерских лебедей взяли еще в 1164 году, а в городских архивах есть счета на покупку корма для них, датированные XVI веком. Ранее считалось, что пока у королевских семей есть лебеди, город будет вольным, а его жители будут счастливы. В детскую больницу Нью-Йорка пришел гость с пышным хвостом. 10-месячный же ребенок зашел поддержать пациента в госпитале на Манхэттене. Некоторым пациентам врачи разрешили встретиться с лошадью в игровой комнате. Те, кто не смог встать с постели, смотрели прямую трансляцию знакомства с конем. Мария Бенитис, 19. Она расплывается в улыбке, когда Хонор горцует в игровой комнате. Мария говорит, что ее любимое животное – лошадь, но она впервые увидела ее живьем. И это стало для нее неожиданностью. Оказалось, что жеребенок намного меньше, чем представляла себе девушка. Пони использовали для проведение терапии после массовых расстрелов в американских школах. Также лошади работают с семьями сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Наталья, мать Марии, говорит, что она благодарна лошади за встречу. Эти мелочи делают нас очень счастливыми. Лошади – стадные животные, поэтому они обладают эмпатией, они чувствуют разные эмоции. В больнице пони воспринимают как символ надежды и красоты. Они вызывают в воображении пациентов позитивные образы. Когда вы находитесь в больнице, вы имеете дело с болью, тревогой, изоляцией и легко погрузнуть в этом. Сосредоточив внимание на миниатюрных лошадях, вы возвращаете себе интерес к окружающему миру. Пополнение в перуанском зоопарке. Там родились два бенгальских тигренка. Это один из самых редких видов животных. Недавно белых тигрят впервые показали публике. Сотрудники зоопарка говорят, что рождение тигрят – важный вклад в дело спасения этих животных от вымирания. Счастливые родители – Кларита из Аргентины и Юнга из Чили. Оба тигра живут в зоопарке в городе Лима. Полосатые котята родились 2 месяца назад. Сейчас они весят около 8 килограммов каждый. Мать, которая питается исключительно мясом, не отходит от
тигрят ни на шаг. Бенгальские тигры – один из видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Их размножение очень важно и в природе, и в неволе. Бенгальские тигрицы весят до 150 килограмм, самцы – до 200. Обои детеныши посетителям зоопарка покажут через неделю. Тысячи бенгальских тигров когда-то обитали в Бангладеш, Индии и Непале, но их численность резко упала. Сейчас в мире их насчитывается всего около 2500 особей. Виной тому браконьерство и вырубка лесов.